Здравствуйте. О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей «Давича». Я Дмитрий Житарчук. Смотрите в этом выпуске. 1500 против и 600 за. Кому в области важно перевести стрелки часов? Мы люди деревенские, у нас очень много работы летом. То есть световой день получается для нас короткий. Приперло так, что сил не было. Забежала в магазин, говорю, девочки, ну пустите ее. Один на весь город, когда в Кирове появятся бесплатные общественные туалеты. Кружились в вальсе. В Кирове прошел чемпионат области по спортивным танцам. Сегодня около 8 часов утра на улице Ленина загорелась крыша новостройки. По словам очевидцев, огонь был сильным, а черный дым накрыл район зонального института. Сейчас пожар уже полностью ликвидирован. На месте возгорания работали сотрудники МЧС. По их данным, на крыше строящегося дома горел рубероид. Пострадавших нет. Вопрос времени. 1500 человек уже подписали петицию против перевода часов в Кировской области на час вперед. Их оппоненты набрали пока лишь около 600 голосов. Что думают кировчане о смене часового пояса и кому будут выгодны такие изменения, узнала Анастасия Шерстнева. Албания. Албания, математика, хурма. Такие нестандартные имена для животных используют на молочном комбинате в селе Парфеновщина. Эти 200 красавиц дают около 10 тонн молока в сутки, рассказывает оператор машинного доения Елена Воронцова. Причем доить их нужно 3 раза в день. Вот только светового дня для всех дел едва хватает. Но перевод стрелок на час вперед, объясняет женщина, позволит хотя бы частично исправить ситуацию. У нас ранняя смена. Встаем в 3 часа утра. Мы идем, солнце уже светит вовсю. Так-то вообще-то еще, можно сказать, глубокая ночь. И вечером мы приходим с работы, у нас уже темно. То есть никаких дел мы не сделаем ни дома, там, ни на приусадебном участке. Мы люди деревенские, у нас очень много работы летом. То есть световой день получается для нас короткий. Перевод часов поддерживает и временный глава региона Игорь Васильев. А исполняющий обязанности министра сельского хозяйства области Алексей Котлячков радеет за смену времени аж на 2 часа вперед. Сторонники этой идеи уже начали собирать подписи за перевод часов. Пока под петицией подписались около 600 человек. У наших противников только 2 основных аргумента. Первый аргумент – это то, что сдвинется сетка телепередач. И второй аргумент – это то, что надо будет высчитывать часы отправления там, поездов на вокзалах. У нас в Российской Федерации на данный момент 9 часовых поясов. Ведь люди как-то, собственно, во Владивостоке точно так же эти передачи смотрят, как-то высчитывают время отправления поезда. То есть я не считаю, что это представляет из себя большую проблему. Но все же большинство пока против. Петицию за отмену перевода часов подписали уже 1500 человек. Аргументируя тем, что уже целое поколение кировчан живет именно по московскому времени. И менять ничего не нужно. Вопрос о переводе часов в Кировской области поднимается уже не в первый раз. Последний случай в мае этого года. Тогда депутаты законодательного собрания региона рассматривали возможность перевести стрелки на час вперед. Однако в итоге законопроект не поддержали, ссылаясь на проведение референдума. Но вопрос о референдуме пока не поднимается. И среди кировчан до сих пор нет единого мнения, переводить или нет стрелки часов. Отрицательно. Нас это время устраивает со всех сторон. Очень положительно. Я даже бы на 2 часа перевел. Потому что вечером времени ни на что не хватает, особенно садоводу. Нет, я бы все оставила как есть. А почему? Мое личное мнение. Ну зачем вот это все туда-сюда каждый раз? Ну что за маята? Давайте будем заниматься чем-нибудь более важным. Призывает заниматься более важными вопросами и депутат областного заксобрания Сергей Мамаев. Он уверен, что эта тема отвлекает внимание населения от важных проблем. А бюджет будущего года его нет. Это дефолт Кировской области, с моей точки зрения. Но надо сегодня сбалансировать тарифную политику, к примеру. Надо сегодня посмотреть и, в общем-то, налогооблагаемую базу, которая у нас есть. Надо провести, с моей точки зрения, масштабную ревизию. Вот эти проблемы, которые надо сегодня обсуждать, их решать, а не отвлекать население на такие пустяки. В начале ноября председатель областного заксобрания Владимир Быков о переводе часов заявил, цитата, «Комплект документов готов, теперь мы его отправим в правительство Кировской области». Но окончательное решение о смене часового пояса пока не принято. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов и Антон Мамаев. Бюро новостей «Давича».
Дороги Кировской области заняли последнее место в рейтинге Пермстата. По данным ведомства, только 18% наших дорог соответствуют нормам, а значит, являются качественными. Во главе рейтинга стоит Оренбургская область. Там требованиям отвечают 86,5% дорог. Далее идут Пенза и Ульяновск. Но несмотря на то, что в нашем регионе дороги оказались самые плохие, цены на бензин при этом самые высокие в ПФО. По данным Росстата, в ноябре средняя стоимость бензина в Приволжском федеральном округе составила 35 рублей 73 копейки. В Кировской области литр бензина стоит больше, около 36,5 рублей. В соседних регионах цены хоть и немного, но ниже. Об этом не принято говорить, но щекотливую тему в эти дни обсуждают во многих странах мира. А все потому, что отмечается Всемирный день туалета. Его учредила Международная туалетная организация. Она призвана решить проблему доступности санузлов для населения. Кстати, в Кирове, по данным городской администрации, есть лишь один бесплатный общественный туалет на Ломоносова, 15. О неудобной теме в сюжете Елены Чехомовой. Всемирный день туалета не розыгрыш, а совершенно необходимый праздник. Так посчитали на международном уровне. Отмечается этот праздник уже 15 лет и напоминает о том, что 40% населения нашей планеты не имеют возможности справлять свои естественные нужды в специально отведенных для этого местах. А это, в свою очередь, цитирую, имеет катастрофические последствия для человеческого здоровья, безопасности и достоинства. Здравствуйте, а где тут в туалет можно сходить? Туалет? Да. Стою. У вас можно сходить? Доктор вообще-то хозяин не разрешает. Так и начинаешь верить в труднодоступность санузлов. И подобные ситуации бывали практически с каждым, признаются кировчане. Только что с этим делать? Приперло так, что сил не было. Забежала в магазин, говорю, девочки, ну пустите, ненадолго. Нет. Так, ну ладно, так я не знаю, что с этим делать-то. За угол, как в старину. Терпеть. По городу побольше сделать туалетов. Я знаю, что у центральной гостиницы как бы есть там один только. Но и тот самый туалет на улице Ленина теперь под вопросом. Эмоционально уверяет работница этого общественного заведения. Вы администрацию города спрашиваете, почему, да как. Аренда города дает аренду. Да. Ну и все, и прекращает аренду все. То есть вы считаете, что здесь не будет, что ли, туалета? Да. Может, он будет, кто-то возьмет его, он убыточный. Нет народа. Так куда же в случае чего идти горожанам? Юрист Ян Чеботарев уверен, в Кирове много отзывчивых людей. И это может быть важнее законов и правил. Потому как в магазинах, банках, аптеках, церквях и на рынках пускать в туалет посетителей не обязаны. В любом торговом центре, в любом общественном учреждении, везде туалетные комнаты должны быть. Другой вопрос. Имеют ли в эти туалетные комнаты доступ посетители с улицы? Вот подобного рода норм не существует. Просто не существует. Администрация с точки зрения закона вправе отказать. Да, безусловно. Однако обязательства есть у других заведений по правилам оказания услуг населению, утвержденным правительством России. По ним бесплатные туалеты для посетителей должны быть в общепитиях, кроме кулинарий, медучреждениях, библиотеках, театрах, кинотеатрах, музеях и других подобных общественных местах. Причем в случае отказа юрлица будут наказаны крупным штрафом, либо деятельность их заведения приостановят на срок до 90 дней. Елена Чехомова, Даниил Кочкин, Бюро новостей «Давеча». Колесо обозрения в Кирове начали устанавливать. Работы начались в парке у цирка. Напомню, первоначально аттракцион планировалось установить на Театральной площади. Но это местоположение возмутило кировчан и было решено найти другое. В итоге была выбрана площадка у пруда у цирка. Завершить работы по установке колеса обозрения обещают уже к весне. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Малоимущих россиян решили освободить от подоходного налога. Ольга Голодец поддержала введение прогрессивного налогообложения. Напомню, до 2001 года чем выше был доход, тем выше НДФЛ. А после 2001 года его размер стал для всех одинаковым – 13% вне зависимости от уровня дохода. По словам вице-премьера, освобождение от подоходного налога самых бедных россиян – это важнейший шаг в деле преодоления бедности.
Кирове объявлен карантин по бешенству. Такое постановление подписал глава региона Игорь Васильев. Ограничения будут действовать 2 месяца. Напомню, в Коминтерне 11 ноября нашли труп лисицы. Лабораторные исследования показали, что животное было заражено бешенством. Теперь на территории Коминтерна запрещено проведение выставок собак и кошек, торговля животными, а также отлов в границах территории Первомайского района. Сейчас ветеринары проводят вынужденную вакцинацию животных против бешенства. Предпринимателям Кирова рассказали, как торговать петардами и фейерверками. На сайте администрации города появилась информация с напоминанием о существовании постановления правительства Российской Федерации о требованиях пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий. В частности, нельзя их продавать в уличных переходах и на платформах. Продавцами не могут быть люди младше 16 лет, а на всю продукцию должны быть сертификаты. Зачем в Киров приехали успешные бизнесмены и что нужно, чтобы стать лучшей танцевальной парой? Об этом и не только во второй части выпуска. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте. Вы смотрите выпуск Бюро новостей Давича. Меня зовут Дмитрий Житарчук, и мы продолжаем. Движение по улице Московской ограничили на 3 недели. Об этом сообщили в городской администрации. Водители не смогут проехать в районе домов 107Б и 107 корпус 1 по улице Московской. Ограничение будет действовать до 5 вечера 9 декабря. А 10 и 11 декабря движение в этом районе будет закрыто полностью. Все эти дни рабочие будут ремонтировать ливневую канализацию. Киров посетили одни из самых успешных бизнесменов страны. В рамках Всероссийской недели предпринимательства в городе прошла межрегиональная конференция ротари-клубов. Это благотворительные организации, участниками которых становятся, как правило, успешные бизнесмены. Подробности далее. Движение «Ротари» зародилось в Америке еще в начале 20 века. В смутные для бизнеса времена американские предприниматели решили объединиться. И не ради личной наживы, а с целью создать бизнес для человека, социально ориентировать его. Во всяком случае, об этом гласит официальная версия зарождения «Ротари-движения». Сегодня в России, как и в мире, в «Ротари-клубе» состоят успешные бизнесмены. Организация стала, по сути, благотворительной. Подобная конференция – своего рода обмен успешным опытом в этом направлении. Наша цель в том, чтобы объединить порядочных людей, которые занимаются социально ориентированным бизнесом, чтобы они были вместе, для того, чтобы вместе развиваться и для того, чтобы обмениваться мнениями. Да? Каждый из нас, мы делаем много благотворительных своих личных программ. В Кирове «Ротари-клуб» был основан еще в 2004 году. Однако Всероссийская конференция его участников в городе прошла впервые. К слову, представителям местного бизнес-сообщества также было что рассказать коллегам. Местные предприниматели оказывают поддержку хоспису, детским домам и интернатам для детей с ограниченными возможностями. Клуб «Ветка» — это уникальный клуб. Вот, мы очень часто общаемся по телефону, в онлайне, общаемся, встречаемся в других городах с клубом «Ветка». Но когда приехал сюда, мы, конечно, не подозревали и даже не предполагали, что здесь вот такая мощная, молодая, креативная энергия и очень высоко организованная. В рамках конференции членов «Ротари-клуба» был проведен благотворительный аукцион, а все вырученные средства будут направлены на поддержку мурыгинского дома-интерната «Родник». Киров танцует хорошо, так считают специалисты в области спортивных танцев. На днях в городе прошел очередной чемпионат области по данному виду спорта. Почему успех по жизни зависит от того, умеет ли человек танцевать, узнали мы с оператором Николаем Шахарбеевым. А на первый взгляд это просто танец в свое удовольствие. Нет, все-таки есть. Андрей Черник и Василиса Королева без танцев жизнь свою уже не представляют. Любят свое дело, но все же кружатся в вальсе Андрей и Василиса под пристальным взглядом членов жюри. На чемпионате по спортивным танцам контролировать приходится каждый шаг и жест. И дается все это непросто. Но бесконечные тренировки только закаляют танцора, делают его сильнее и по жизни, уверены Андрей и Василиса. Я считаю просто, что это такой самый сильный спорт, и танцоры все, они очень сильные люди, у них успех как в жизни есть, ну, как и в спорте, разумеется. Я считаю, что занятия бальными танцами, они не просто делают тебя спортсменом, а делают именно таким сильным человеком.
Проводится этот чемпионат по спортивным танцам в Кирове уже много лет. В этом году в нем приняли участие воспитанники всех 10 танцевальных школ города. Присоединились к ним и танцевальные пары из 8 районов области. Что касается кировчан, то, по мнению судейства, показать ребятам всегда есть что, в том числе и на межрегиональном уровне. Вы знаете, Киров танцует очень хорошо, особенно детское танцевание. И сейчас со временем, так сказать, уже маленькие подрастают и появляются хорошие взрослые пары. Под руководством Лены Князевой там 3 великолепных взрослых пары, которые прекрасно защищают честь Кирова и на выездных конкурсах. Цель каждой взрослой пары на этом турнире – попасть в сборную Кировской области по спортивным танцам. И уже эти ребята на будущих всероссийских турнирах вновь смогут доказать – кировчане танцевать любят и делают это хорошо. Дмитрий Житарчук, Николай Шахарбеев, Бюро новостей «Давичи». Таким был этот понедельник, 21 ноября. Глазами наших корреспондентов делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию «Давича» по телефону 38 48 88. На этом у меня все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Генеральный партнер Бюро новостей «Давича» Кирово-Чепецкий хлебокомбинат.